едем на мотосвидание. Попросилась девочка, чтобы ее туда подвез и забрал. Договорились наполовину. Опаздывает. Ай-яй-яй. Подними себе его. Он тут по центру поднимается. Тебя где высадить? Давай на автостанцию. А? Давай на автостанцию. Ну что ж, друзья, мы уже в городе. Подъезжаем к нашей девчуле. Сейчас будем писать контент. Покатаемся по городу. Объясним, как правильно сидеть на мотоцикле, чтобы нам обоим было комфортно кататься, чтобы не было там никакого мешка сзади, бля, который нас будет таскать влево-вправо, вправо-влево, бля. Поэтому сейчас подъезжаем к месту встречи. Где тут этот, а вот фудхаус. А вот же она. Привет. Я боюсь, Вова. Чё ты? Говорит, я боюсь. Не бойся. Все будет добро. Сидай. Кого? Так идите к депутатам. Они же выписывают, у них есть. Депутаты, на предприятия. Не стесняйтесь, ходите, там есть. Мелочи, может. Нема, я же наличку не вожу. Да. Есть циферки? Да. Всем привет. Ну, всем привет, забор в синий цвет. Знакомьтесь. Надо волосы забрать. Ну, тебе для удобства. Решай само. Да. Короче, самое главное, ты сидишь ногами здесь, тут сидишь, ногами меня обжимаешь, руки в крест. И синхронно со мной, не надо пытаться выравниваться, когда я буду где-то... А, сейчас, ты пока одевайся. Залазь, тяни его. А если у меня голова? Блять, волосы. Надо было красиво сделать, да? Ну снимай, снимай, делай, чтобы удобно было. Подожди. Ты пока наводи красоту, а я узнаю, что вы. Привет. 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 Смотрите, что? Да. О, это хорошо. Фанаты. Классно. Подписаны все. Это круто. Ну давайте сфоткаемся, то я буду ехать, бо у нас тут... Мероприятие целое. Да. Подними чуть-чуть, бо я не вижу, куда там, где оно. Куда сувать? О, есть. Давайте сделаем. И мне фоточку скиньте в инстаграмчик. Хорошо. Yes. А вы ее снимаете? Да. Будем? Да, можете передавать привет. Ну все, не прощаемся. Все, готов? А сейчас залезешь. Ты, я сяду, ты встанешь на эту ножку, возьмешься за меня, садишься, все, даешь об этом знать. А? Романтик, все будет классно. А? Да, можешь залазить. Во. Обещай, ногами обжимайся. Главное не колбась. Ты будешь, если будет быстро, постучишь просто по мне. Я медленнее буду ехать. Куда? Куда ты выпадешь? Все нормально. Все под контролем. А? Ты можешь опустить визор, если тебе будет дуть там. Там все нормально. Пока едем, привыкаем. Классная реакция, блин. Надо будет ей дать шлем, чтобы она всю озвучку своих эмоций передавать для вас. Боится, похлопывает.
сегодня какой-то странный день. Как-то все странно ездят. Максимально странно. Там на синей Шкоде тоже шалит. Шалун. Сейчас поедем, как обычно, на заправочку, там прокатимся, а потом уже где-то остановимся, подышим, отдохнем. Смотри, сейчас дорога начинается нормально. Тебе отдохнуть надо или можно ехать? А? Ну нормально, да, поехать. Отдыхать будешь? Не сильно. Там если что, постучишь, но не отпускай меня. Едем, да? Ну все, едем. Когда едем, ты вообще не держишься, ты как-то руки вот тут у тебя. Ты либо меня обними, ну просто я буду, могу быстро ехать, а вдруг я на заднее захочу стать. Ну да, тут тяжело. Так это я не пригибался. Я когда еду быстро, я должен на ускорение идти вот так вот. То есть и ты должна тоже лечь и спрятаться. То есть не надо смотреть, бо будет сильный поток воздуха. Да, тебе надо спрятаться, да. И синхронно со мной там все. Хорошо. Ну, закрывай визор. Визор закрывай. Вот вам и задние, бля. Полиция стоит, мне уже уехали. Эх! Заедем на заправочку, отдохнем, чтобы расслабить ее чуть-чуть. Чтобы сильно не напрягалась. Страшно, наверное. Нормально все? Все хорошо? Точно? Ну, тут надо правильную посадку. Ой, простите. Это. Ты когда сидишь, тебе надо вот руки в крест, чтобы я чувствовал, что ты меня обняла, и вот опора твоя. А ты просто сидишь? Не, это плохо. А прикинь бы, я тебя не предупредил бы, сейчас вставал на заднее, ты бы ушла назад. А я не знала, что ты на заднее. А я сказал.
Давай я сниму. Это просто. Ты что, страшно ехать с тобой? Почему я? Такое ощущение, что ты да. Где-то сейчас уйдешь, покинешь меня. Не, ну, если я быстро ехать не буду, то не покину. Выбросишь. Не, нормально. А что, я буду спину твою снимать? Ну, посмотрим. А это такой тяжелый, он большой. Ты просто постарайся сядь не ровно вот так на голову, а вот так вот легла и все. Подожди. Ого, он огромный. Еще кто-то есть? Так все, наверное, на УЗИ. Не, давай махнемся. Что? Так у меня... О, это, на бэхе. Так у меня лицо малёха упало. Подожди. Мне камера твоя мешает. Интересно, слышно будет то, что я говорю здесь? Вова обещал не гнать. Это всем вонючий. У меня шлем чуть не слетел. Он просто его в сторону повело. Будем меняться? Да. Как его тут снять? Как его снять? Не, сейчас все сама, сейчас. Там лямка есть, кстати, надо потянуть, она с этой стороны. Чик, я потом вытягиваюсь. Чего? Я самостоятельно, сейчас. Сейчас вытяну. За какую именно лямку можно хотя бы? У меня сейчас судорога схватит от таких поворотов. Блять, она аж здесь. О, боже. Ой-ой-ой, есть. Хем хороший? Как его дальше одевать, вот так вот держишься за вот так, чтобы он не залезал, когда ты одеваешь. Ой, блин, я не могу. Да? Четко? А там такая есть штучка. Туда. Туда ее. Ага. Есть? Нашла? О, так вообще, бля. Вообще круто. Обратно на нашем шлеме. Лучше котыка потом на салфетке.
Самый вкусный кофе в городе. Еще вкуснее не пил. Что тут? А, уборочка. Сюда прыжки. Ой, сейчас у нее узнаем, какие впечатления. А то она там говорила, что Тесла там быстрая, бля. Не, ну видончик красивый, да, когда осень, все желтенькое, оранжевенькое. Хорошо выглядит, красиво. И главное, чтобы было так тепло постоянно. Вообще было бы супер. А где же наша девушка? Попили кофейка. Да проедемся мы на Лыби. Разведаем обстановочку. Может, кто есть? Скулех. Перчаточки бы обновить. Уже тут две дырочки появились. Вот живем. Ничего не потеряла по дороге? Нет. Вроде бы, да? Вот так вот. А ну. Потрясающе. Опля. Бум. Недалекий путь, но все же нужно проехать. Трошки выровнялось. Не надо так делать. Детки тут по дороге лазят. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. С дороги. Ну и мокро, не выложишь нормально. Детки, быстро ехать не будем, чтобы не испугать звуком. Ой, да, и правда красиво. Это красиво, невыносимо. Тара-та-тара, 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 тара-та-тара. Тин-дин. Кто-то есть. Ну, достаточно людей. Выходной день, суббота. Но мото-братьев не вижу. Не вижу. Совсем не вижу. Кого нет, а то что мы тут будем делать? Проедемся по городу. Вот это тяжелая задача, конечно, фотографировать девочек. Не отдых, конечно, а как на работе, на фотосессии. Людишки стоят. На опережение собаку взял бы. Нападает. Защищает свою территорию. Или скучно. Кто их знает? Они не говорят, что они это делают. Поворачивай. Мы поедем прямо. Сейчас пешеходов, может, удивительных повстречаем. У любителей пройти прямо, не посмотреть налево-направо. Да. Попадутся ли нам такие сегодня? Нет, пока все нормально, порядочно. На порядочном уровне, скажем так. Контроль должен быть постоянно. Ты в напряжении, наблюдаешь, да, что может произойти. Тут не расслабишься. Да. На машине как-то не так, попроще, конечно, с этим. Более расслабленно едешь. Да. Здесь, блин, ты за всем следишь. За пассажиром, как он правильно сидит. Смотришь, не улетел ли он. И прочее. Потому что, блин, без вариантов. Ой-ой, вот эти неровности, конечно. Нужно резкий обгон.
отлично. Вот куда він їде? Пропусти? Хер, бля. Ну от, пожалуйста, о том, о чем я вам и говорил. Любитель выскочить, бля. Будьте внимательны, это Светловодск. Здесь такое часто бывает. Поэтому внимательные ребята. Очень внимательные. Блин, обожаю Светловодск, по нему кататься. Дороги эти классные положили. Бля, это просто мечта. Ну реально, комфортно. Даже несмотря на то, что здесь движение, это не такое движение, как в Кременчуге. Здесь комфортно кататься, реально. Очень комфортно. Если еще часик подождать, два вообще, еще свободнее станет. Потрясающе. Летом, вечером, это вообще... Круть. Круть. Мне, не знаю, мне здесь больше нравится, чем в Кременчуге в плане дорог, конечно. Здесь более комфортные, более здесь как-то поинтереснее. Поэтому мои предпочтения здесь, без обид, кто там в Кременчуге. Там тоже по-своему прикольно, там, по крайней мере, больше мото-братьев. Мото-движ, конечно, побогаче будет, чем здесь. Тут без вариантов. Смотри, какую фоточку можно классную сделать. Сиди. Смотри, можно прямо в отражение. Где мой телефон? Офигеть. Бля, как увеличить теперь? Получится в перчатке? О, прикольно. Смотри, как круто. Ууу, щит. Вообще красота. Да не, я просто остановился. Может, ты хочешь зайти, там, сказать, что, как? Еще? Конечно. Интересное, конечно, место. Там меня ждут уже, наверное, ТЦК, да? Ты меня туда везешь? Поедем в поля. Говорят, есть красивое место. Интересно, что это за место. Направление знаем, но насколько там красиво, I don't know. Мотобратья. ПЭС, регулировщик стоит. Подписчики. Прикольно встречать. А где нам вставать? Там есть полянка. До машины мы там вставали. Вот туда? Да. Офигеть. Главное, колеса тут не пробило. И превращается все в эндуро. Ой, блядь. Ой, блядь, блядь. Ой, блядь. Что за что с дорогой, блядь? Это на эндурике сюда надо заезжать. Это надо было брать мне другой мотоцикл, блядь. С пересадкой, блядь. Но бидончик прикольный, можно фоточки поснимать. Хер, конечно, отсюда сбежишь быстро, блин, на мопеде. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Да, хороший видончик. Вот тут на эндурике кататься надо. Да ты шо? Надо брать будет другой мотоцикл, у брата взять. Да я тебя покатаю по горкам этим. Попрыгаем. Корову не сбила? Да, она не обнялась. Ой-ой-ой-ой. Не, ну это круто. Красота. Вопросов нет. Точно букет собирала? Точно букет собирала? Да. Ну это жестко, конечно.
Да, хороший обзор. А тут надо ставить ППО и сбивать ракетки. А ты сможешь его удержать? А я хочу встать. О, класс. Ой, как хорошо. Рассветы и туманы для тебя. Моря и океаны лишь для тебя. Эти дни и ночи для тебя. А? 50 километров в час. Сколько? 50. Да кого ты держишь? Да я тебе говорю, 50. Нельзя же больше, ты что, 50 по городу. Миль. Не, ну где-то 140-160, смотри когда. Это не быстро. Это тебе не Тесла. Это тебе не Тесла! У тебя Бостоны. Ну тут же что, чистенько, чистенько. Ну, а тут надо, но не успел. Забор синий цвет. Молчать. Она знакома с правилами мотоциклиста, готова выполнять второе правило. А первое? Какое первое? Ты же говорила, что ты знаешь. На паузу. Пишет. Не нажал. Приехали на Власовку. Покажем нашу местность. У нас тут нечего показывать, конечно, но хоть что-то покормить дитинку. Чувствуешь? У тебя есть задница? Что, нормально? Нормально. Главное, чтобы не прихватило твою больную спину, ногу, что там у тебя болит. Ну все! Ха! Теперь ты на моей территории. А ты, кстати, с ними уедешь, когда я тебя отвезу. Мне неудобно с ним ехать было. Пускай лучше у тебя будет. И снова седая, хоть посмотрю, есть, но как видно. И снова ей доверяю я. Снова седая. Так, Марк, ты мяты бреешься? А ты вообще, когда вот так подходишь, надо... Открывать визу. А что ты? Ты как видел, ты бреешься? Бей. Иди сюда. Ты сразу чего держишь? Я держу баланс, понял, между. Чтобы не переборщить. Где она вырубается? Так? Я хай буду, подожди. Мы проводим интервью. Да ты задолбался с ним. С мыслями, но ты всем интересно. Контент. Да, кому такая... я интересно? Мне интересно. Вот нам всем троим. Какая красивая девочка. Расскажи нам. Что стоять? Ну, он по соскам, соски. Ну, он уж не видно сейчас. Если теплее, сейчас еще не холод. Да. Не обязательно холод. Ну, не, ну, может, когда такой. Едем, может и торчат, кто его знает. А ты на тебя на очередь пробовал? У меня, да. У меня даже сейчас торчат. Я пробовала. Угу. Да. Ты смотри, это будет в интернете, малая твоя увидит, что ты пристаешь до девочек, бля. Я поеду. А. Ютуба. Да. На зоне. Вова, на зоне. Давай тут на заднем.
Аккуратно входит, да! Ты поцарапаешь, у нас мотоцикл! Так ощущается. Ну, ты-то оделась, тебе хорошо. А я уже в футболочке чувствую, что она холодная такая стала. Можно приехать? Да, я уже буду на Власов приехать. Я думаю, завтра приеду, если будет время. То... На тебя время будет. Хорошо. Все, давай. Фоточки поскидываю. Всего хорошего вечера. Ну как-то так.